Добрый день, друзья! Приехали мы в Национальный парк Башкирии, поставили лагерь около Антонова скала. Планы на это видео у нас, что мы, Леха, сделаем примерно? Ну, мы первоочередно, конечно же, хотим подняться именно на саму эту скалу, потому что здесь очень много легенд связано с этим местом. Плюс здесь еще очень интересная Антонова пещера, если мы туда, естественно, не пойдем без оборудования скалолаза. Короче, какую-то экспедицию попробуем сделать, да? Да, подняться попробуем на эту гору. Вот, и естественно, будем обязательно по этой знаменитой Белой реке. Повезло в этом году, так как засуха, и, возможно, нам повезет, мы попытаемся проехать в некоторых местах ее бродом. Да, 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 да. Потому что река очень полноводная, здесь сплавляется на катамаранах, но так как засуха в этом году, возможно, нам повезет, мы проедем на машинах. Да. При этом преодолеем. Ну и съездим, возможно, в деревню, посмотрим быт. Да, быт. Как люди живут. Башкирских, да, людей. Ну и вообще покажем природу. Да, колорит этих мест, всю эту красоту. Да, то, красоту что можно, Башкирии, да. То есть... Потому что сочетание вот этих гор, воды, растительности, холмов, это просто неописуемо. Это надо смотреть, ездить, да. Все это воспринимать уже через себя. Потому что камера, конечно, хорошо, но не все, да. Но она все не передаст. Да. Поэтому мы приехали, сами увидим глазами. А вам передадим все это через камеру. Вот там глубоко, да. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Приветствуем вас на благодатной земле Национального парка Башкирия. Национальный парк Башкирия – это особо охраняемая природная территория. Национальный парк Башкирия является единственным национальным парком в Республике Башкортостан. Национальный парк Башкирия – это федеральная, государственная, природоохранная, научно-исследовательское, эколого-просветительское учреждение. Территория национального парка включает три административных района – Угорчинский, Мелюзовский и Бурзянский район. Общая площадь национального парка – 82 300 гектаров. В этом году национальный парк Башкирия отмечает свой 35-летний юбилей, то есть год образования национального парка – 11 сентября 1986 года. Сейчас вы находитесь в Бурзянском районе, в Национальном парке Башкирия и в рекреационной зоне Антонова скала. Которая находится, да, сзади вас, да? Вот она находится тут. Да. Одно из самых основных задач Национального парка – это создание условий для регулируемого туризма. И вот мы создаем условия для того, чтобы туристы отдыхали без ущерба для природы. То есть создаем условия, это туристические беседки, чтобы они... Убираем за вами мусор, не за вами, но... Ну да, видим, да, там баки условия, стоят. То есть нигде не видите мусора, везде красиво, убрано, комфортно и уютно. Все согласен, для того, согласен, чтобы да. Вам было хорошо отдохнуть. Но про Антонову скалу. Это величественные, ответственные скалы. Это любимое место отдыха для местных жителей и туристов. Красота этих мест и старинная легенда, связанная с этими местами, давно привлекала всех. В народе эту пещеру называют Антоновой. Почему? Согласно преданиям, в этой маленькой пещере скрывался святой странник Антон. Раньше Антон прибирался к ней через подземный ход, который вел в эту пещеру. Сейчас этот ход затерян, и подняться на эту пещеру можно только на специальном снаряжении. Слышался, да. Что легенды, что у него были даже подъемные такие приспособления в каком-то году. Жалостливые люди, как бы
преданий об Антоне, много, версий, вариантов тоже многие, много. Кто-то говорит, что это был благородный разбойник, кто-то говорит, что это был святой странник, кто-то говорит, что это был бунтарь, скрывающийся от преследования. Поэтому непонятно, кто это был, что это был за человек, но то, что именно в этой пещере кто-то проживал, это точно. Потому что жалостливый, он выходил в деревню Кутаново, и ему подавали милостыню, также сплавщики подавали ему, он спускал веревку с корзиной, там, и ему там наполняли едой. Вот таким образом он там обитал. Это было в 17 веке. Ну, еще один факт можно рассказать, что в 1961 году археологи обследовали эту пещеру и нашли там фрагменты керамической посуды и 5 наконечников стрел. Это 6-7 тысяч лет тому назад, это эпоха каменного века. Понятно. Поэтому это следы первобытных, здесь, значит, обитали первобытные люди, следы первобытных людей. Она, эту пещеру первобытные люди использовали в качестве временных остановок для того, чтобы переждать непогоду или спрятаться от хищников. А пещера, она в полный рост. Знаете, в эту пещеру обследовали вот недавно, в 2017 году приезжало сюда телевидение БСТ, башкирское спутниковое телевидение БСТ, передача «Следопыт». И обследовали эту пещеру, и спускались в нее. Также приехали попы со всей республики Башкирия и осветили это место. Если понаблюдать, то внизу пещеры там есть такая табличка, там есть крест. Там написано, что это место освящено. Потому что они решили, что это может быть был монах, святой. Склонялись к этой версии. А вообще туда спускались, это прям пещера, там ходы есть, там даже нашли место, где он мог отдохнуть, ну, жить, проживать, потому что следы быта были там, стол, место какое-то для того, чтобы ночевать, жить, и поэтому именно там кто-то точно жил. А вообще, если бы, допустим, было бы выделены какие-то деньги, и вообще был бы какой-то богатый человек, который финансировал, вообще в любом случае эту пещеру можно будет сделать доступной для туристов. То есть сделать какой-то подъемный кран, допустим. Ну да, конечно. И как вот Каповая пещера сделать такую же большую знаменитую Антоновую пещеру. Все упирается в финансы, да? Да. Да. А вообще говорят, что вот такая версия есть, что около этой скалы в давние времена вот обычаи проводили же люди, всякие обрядовые мероприятия проводили вот раньше, да? Они считали, что если какой-то обряд проведут, то у них будет хороший урожай или что-то еще. И вот около этой скалы как бы проводили обряд, то есть давали клятву. И в переводе с башкирского «ант» – это клятва. И говорят, что от этого слова «ант» добавили Антонова и начали называть Антонова скала. Хотя всяко может быть. Почему? Версий много. Версий много. Ну да, я слышал, что она до того была обухожена, что там один человек не мог с этим справиться. То есть там в скалах сделаны там типа скамейки, вот это да, все. Да, вот это есть, все внутри есть. Внутри это все сделано, что как бы одному человеку нереально то, что этот гранит. Вот, то есть там как будто бы жил он не один. Он делал это из дерева. Там из дерева. А, из дерева, да, все сделано, да? Не, да, то есть не каменное, а деревянное там. Чего говорят, да, кому верить, кому нет. Но факт остается фактом, что люди, вот старожилы в деревне, старые люди говорят, что на самом деле жил такой человек. И как, звали, как его, тоже неизвестно. Его может, Антон, может, нет. А? Его видели. Он был русский. И он был в черных вещах, да, даже вот рисовали. Может, это на самом деле монах был. На самом деле может, монах был крепостной, был, да. Кто-то говорит, это был крепостной крестьянин, который сбежал от хозяев и прятался здесь. Раньше же очень тяжелый труд был у крестьян крепостных, да. И они сбегали от хозяев. И, может быть, он тут решил спрятаться. Потому что места глухие, никто не знает, никто не найдет. Ну да, согласен. Вот. А вот эта вот река, как называется? Это Белая, река. Ах-Идель, река с башкирского. Ах-Идель, Белая. Побережье Белое, у нас все это территория национального парка. Также вы можете, вот, допустим, могу вам маршрут небольшой сделать. Вот, допустим, побыли здесь, поехали в деревню Максютово. Это тоже как бы побережье реки Белой, это тоже красивые смотровые площадки можно понаблюдать.
красивые скалы, горы. Ну, вот. Такие же стоянки, но территория не так загорожена, как Антонова скала. Но вход тоже вот так по пропускам. И наличие разрешительных документов — обязательное условие для туристов и для посетительницы. А сейчас же все в электронном виде. Это можно оформить онлайн на сайте национального парка. Да, мы все оформили. Мы так и сделали. В виде, да, у нас все оформлено. Вот так уже мы так и говорим, что лучше оформить онлайн. Также у нас сплавы по Белой. Вот национальный парк однодневный сплав предлагает вот протяженностью 17 километров, 4-5 часов время. От Каповой пещеры до Антоновой скалы. Ну, спасибо. Спасибо. Нам очень приятно. Мы буквально 250 километров от нашего города, да? Да, совсем недалеко. Да, недалеко, 5 часов условной езды. Ну да, но дорога, я не сказал бы, что такая легкая, да. То есть асфальт, а потом начинаются горные, потому что едешь на второй передаче. На второй передаче едешь, и как это... видишь, что машина-то нифига не едет, да, на первой. Для нас это не столько и стрим, просто очень медленная езда. Да, потому да. что автомобиль такой дорогой, если больше 30 ехать, он просто подвеска не выдержит. Ну, если еще можно немножко сказать, если уж так говорить. Вот в деревне Иргизлы есть визит-центр национального парка. И при визит-центре есть домики для гостей, для отдыхающих. Два домика, оформленных в сельском стиле. Там есть банька, мангальная зона. И всего 500 рублей с человека в сутки. Поэтому вы можете остановиться там, допустим, если приехали и решили посетить Капову пещеру, допустим. Остановиться, вещи оставить, поехать на Капову, походить, приехать опять и дальше отдыхать. Или на Антонову скалу, тот же самый вариант. Да. Поэтому это как бы место такое для остановки. Да, ребята, вот здесь вот будет ссылочка, вот здесь вот ссылочка будет. Оставим координаты этого места, оставим данные, да, номер телефона оставим. И выход на сайт к вам, да, чтобы люди могли ознакомиться, перейти на вашу страничку, да, заказать что-то там, пообщаться, позвонить. Да, еще один момент не рассказала. Мы всегда, это самая главная фишка, наверное, национального парка, то, что вот даже эмблема национального парка – это медведь. И что связано с медведем? Это мед, наверное. Ну да. Липовый мед, бортевой мед. И вот мы организуем экскурсии в бортевые угодья вместе с бортевиком, где бортевик на деле расскажет и покажет про секреты своего промысла. Покажет про свои инструменты, расскажет о своем промысле. И вы можете также купить этот мед прямо в лесу. С дерева, прямо с бортевого дерева. Прикольно. Так что подделки какого-то подделки никак не может быть. Поэтому я понял. Вот это тоже такой момент, как бы сказать. Ну что, наверное, вопросов нет больше. Да, уже как бы. Да, спасибо. Я какое-то общее представление. Да. Это у нас участок маленький. Ну, сколько у вас? 12, да, наверное, в среднем, да, идет? Ну вот это самый сейчас. 15 вот 20 соток. Ну вот возьмем 15 соток, ну и там домик такой, ну в котором можно жить, то есть не совсем развалюха, ну и не совсем там шикарный с ремонтом. В среднем где-то 350-400 прочих. Тысяч рублей? Да, да. Это чисто земля, что ли? Нет, дом вместе, да? Если домик, дом, там не более шикарный, конечно, дом. Если дом хороший, конечно, он подороже. Не, ну вот средники, все равно же под себя ремонт да, делать. Да, ну вот пусть... так, наверное, в среднем где-то 400. Вот так. 400, да, надо взять? Ну, при... Мой дом Россия, мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Мой дом Россия, и лучше дома на свете нет. Будем переезжать. Река Белая. Сейчас разведываем глубину. Смотрите, какая вода. Вода чистая-чистая. Ну, но камни прям сильные. Камни. Короче, вот на человека. Сейчас поедем. Я буду снимать. Алексей за рулем. На первой понежной потихоньку покатимся. Ну что, смотрим.
Здесь камни. Вода теплая, все классная. Напоминаю, мы находимся сейчас в национальном парке Башкирии, Антонова скала. Этот выезд будет посвящен непосредственно нашему небольшому путешествию. Это 3 дня мы будем находиться здесь. Многие приехали с семьями, с палатками. Вот, все вам покажем, посмотрите. Ну, вообще интересно. Здесь лежащие интересные места Башкирии. Ну, вариант хороший, хороший вариант. Ладно, едем дальше, давайте смотрим. Что у нас тут, посмотрим. В дебри, короче, в дебри попали мы. А, впереди дерево. Чего там, тупик, Лёх? А, там вообще. Да, я тебя пройду, подожди. Так, деревья сухостой убрали. И сейчас проезжаем. Давай диагонально посмотрим. Все, дальше дорога нормально? Ну, более-менее, наверное. Понял. Надо снять туда пойти. Конечно, сейчас надо пройтись. Давай еще. Так, у нас еще один брод. Но тут поглубже, да, Алексей? Здесь очень глубоко. Что-то прям глубоко. И... Ну да, а я давай пройду. И вот, наверное, за мной вот так и поедешь, да? Вот здесь вроде нормально. Вначале глубоко. Ну что, вообще красиво. Где упало? Тут. Вот так, в общем, я пойду. Ну, наверное, за мной иди. Вот здесь ямка, Лёх. Вот здесь ямка. Такая. Ну, потихонечку, на первый пониженный катись. Ай. Вот. Ну, выйдем и посмотрим. Ладно, сейчас дойду, разведу и поедем. Ну что, надеюсь, не утонем. Вообще красота, ребят. Места супер, супер, просто места. Очень красиво. Оставлю фотки. Ну давайте посмотрим. Так, что, ребята, у меня там типа патрубка. Что-то ямка там. Вот, одевается. Вот там глубоко, да. Вот она. Кошмар.
Че, вроде проехали, а? Страшно, здесь останешься. Слава богу, проехали. Я прям рад, рад, рад. Очень рад. Ну что, Алексей, как ощущения? Ничего, автомобиль не подвел? Суперский автомобиль. Вперед, как танк. Да, нет, ну глубоко нырнул. Глубоко, да. Ну, это ладно, потихоньку. Так бы, конечно, на капот бы пошло все. А когда потихоньку, нормально, да? Потихонечку, да. Вот это, конечно, посередине, где вот это был. Да, видать, глубоко. Видать, отмойна там была, глубоковато, конечно. Чуть-чуть. Что, двигаемся дальше? Да. Я думаю, на следующий день мы вас познакомим с этим человеком. Вот. Человек интересный, занимается интересным делом. И, возможно, мы съездим туда, где он работает. Вот. Очень интересно. Но это, я так думаю, что получится у нас. Возможно, завтра. Называется «Бортовик». Поджарый спортсмен, шашлыки. Да. Сейчас будем ужинать, да? Да. Обедать, ужинать. Первый день у нас, да? Да. Прошел первый день. Приехали, утопили немножко машину, прокатнулись, посмотрели определенную природу, искупались. Вода такая, ну... Обалденная. Бодрящая, да. Хорошая вода. Поэтому, что предлагаю? Отметить наш приезд. Национальный башкирский парк, да? Первый день нашего, да, прибытия здесь. Вот. Поэтому не, как говорится, там... Пьянки для... Да. Это мы пьем кока-колу. Вон кока-кола, да, у нас. Кока-кола, так, да, что мы... Так что... Давайте. Это яблочный сок. Всех благ. Да. Всем, да? За здоровье. Здоровье. Да. Ну и за то, что смогли мы как-то выбраться. Согласен? Ну, да. Собраться еще при том, что среди недели. Да. Посмотреть, а не в выходные дни, как, допустим. Да. Да, и... Скалы вот эти красавицы, и, блин, да, место шикарное. Классно. Конечно. Все, будьте здоровы. Да, называется финская свечка, да? Да. Вот. Смысл какой? Вот взял специально бревнышко, бензопилой крестом пропилил насквозь. Насквозь пропиливается. И сделал подачу воздуха. Сейчас мы залили туда бензин. Первая попытка. Отойди, я не знаю. Смысл какой? А, в середине, возьми, Серег. Она должна это, да? Да, в середине должно загореться и подача воздуха, и она должна гореть. Вроде как горит долго, чайники, то есть в середине начинает, да, выгорать, да, 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 выгорает. И она вроде... работает как плитка. Да, как плитка. И говорят, что долго работает она, да? Ну, я вот смотрел сколько, я сам не пробовал, но смотрел много, и говорят, что... Ну, долго, да? Да, долго, говорит, горит. Пока в середине выгорит. Вот сейчас даже часов нет. Сколько, не знаю, 8, сколько? Наверное, не знаю. И потом, говорят, можно готовить на ней. То есть, как бы, да, такой, да, рабочий, да, вариант. И чайник, и это, да, она прямо... Вот прямо именно вот эти я пропил и сделал для того, чтобы она как бы горела. Так что вариант рабочий. Посмотрим, как это все на самом деле работает. Просто бензин, ну, я не знаю, грамм 50 туда налил. Сейчас она обгорит в середине. И что, думаю, будет работать. Посмотрим. Да, включим. Посмотрим, посмотрим.